Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Și a Cătlășilor a ajuns și dragostea, iubov de grobă. Chiar în prima zi a anului nou, prin satul Hârjauca din Călăraș, s-a răspândit o veste groaznică. O săteancă de 34 de ani, mama, doi copii și-a ucis fostul iubit. Jalcă, ce nu-i jalcă? Ești maniche, tăchii, dieci. La scurt timp, tot mai mulți oameni din sat au început să-și exprime susținerea față de ucigașă. Sătenii vorbesc că, de fapt, Olga, femeia arestată pentru omor, ar fi victima acestei situații. Tânăra ar fi încercat să se apere, cred ei. Синяки на лице, на спине, на почках. Она одно время не выходила на улицу. În locuința în care s-a întâmplat totul se afla un vecin de-al femeii, dar și doi copii, de 5 și de 3 ani. Astăzi, ei au rămas orfani de tată, iar mama le scrie scrisori de după gratii. Как мои детки, конфетки, слушаются вас? С ними знаю, что тяжело. Martorul crimei a decis și el să spargă tăcerea. Cel care ar fi văzut scenele sângeroase este gata să facă mărturii șocante despre acea seară. Iar pentru a-și demonstra adevărul, bărbatul a acceptat și testarea la poligraf. Când văd cuțetul la dânsă în mână dreaptă, de la trei pălituri, cum cuțetul și ala era îndoiet. De la ce ar fi pornit conflictul între cei doi foști iubiți? Ce ar fi făcut-o pe Olga să-l înjunghieze pe bărbat? Și ce adevăruri va scoate la iveală testarea la poligraf a singurului martor matur? Aflați în această seară. Marina Trifaniuc, sora femeii acuzate că și-ar fi ucis fostul concubin cu un cuțit de bucătărie, a venit astăzi la noi în platou. Ea este convinsă că ce a făcut Olga nu poate fi numit o crimă. Haideți să o întâmpinăm. Добрый вечер, Марина, присаживайтесь. Я хочу в первую очередь спросить, что вы знаете о произошедшем? Ну и как так вышло, что ваша сестра теперь арестована по обвинению в убийстве? Соседка позвонила, мы отдыхали, как 1 января уже вечер было. Я ничего не поняла, с просонья смотрю, думала 2 часа ночи, 22 было там с чем-то, мне показалось 2 часа. И у меня сердце забилось. А что рассказала? И я думала, что-то случилось, потому что я всегда боялась, что... Должно бы боялась, что наоборот случится, что мне сообщат, что он, Вася, убил Олю. Потому что до этого шло, и я всегда переживала, такая жизнь у них была. И тут она мне говорит, что Оля, Васю. У меня шок такой был, не могла в это поверить. Марин, а вы говорили с сестрой после ареста? Удалось поговорить? Нет, не разрешают свидание даже никак. Просто записочку ей передала, когда передавала там вещи и продукт. Вы ей передали записочку, да? Да, больше. А что, если можно, расскажите нам, что в этой записке было? Я ей передала слова поддержки. Держись, будем не переживать за детей, я детей заберу. Вы были близки с сестрой всегда? Да, конечно. Мы с детства тоже сиротами остались. И... Марин, а у вашей сестры Оли, насколько я знаю, двое детей маленьких, 3 и 5 лет. Они с кем остались? Соседями, с бабушкой и дедушкой, названными бабушкой и дедушкой. Но это, по сути, соседи, то есть да. Бабушки и дедушки. Но они с рождения всегда помогали, и у нас как нет своих, к сожалению, своих родителей, они вот, бабушек, дедушек у них не было, и вот они так помогали, и научили Оля их так, и соседи говорить им. А я хочу спросить, это дети от Василия? Да, но они не на его фамилии, она их росла сама. Они записаны на нее, она как мать-одиночка всегда социальную помощь получала, вот росла сама. Это было сделано для того, чтобы получать социальную помощь? Нет, или... нет, из-за того, что он практически не жил с ней, не помогал. Марин, а то, что произошло, это случилось в доме ваших родителей, так? Да. А это правда, что в том же доме произошла да. другая трагедия ранее? Я не знаю, или дом проклят, или наша семья, или что, или не знаю. А что там случилось? Страшная трагедия. Папа, маму тоже вот ножом в сердце. Давайте послушаем теперь, что вы нам рассказали ранее об отношениях Ольги и Василия. Внимание на экран. Ольга Яшин are 34 de ani și este originară din satul Hârjăuca, Călăraș.
Marina, sora ei mai mică cu 4 ani, povestește că Olga a fost nevoită să-i înlocuiască ambii părinți, încă pe când ea avea 13 ani. În anul 2004, tatăl fetilor și-a înjunghiat mortal soția în prezența ambilor copii. La nași glăzach preizășlui, stăliți bez mamă. Marina povestește că la nici 2 ani de la moartea mamei și arestul tatălui, sora ei mai mare s-a îndrăgostit de un băiat din sat. În curând, Olga a adus pe lume un băițel. Părinții iubitului însă ar fi pus capăt relațiilor dintre cei doi, iar copilul a rămas să locuiască cu bunicii tatălui. 18 лет ей было ещё глупая. И они её говорили, что она не сможет его растить, что не на что будет тебе. Как ты будешь его кормить, одевать? И тоже она судилась с ними, и адвоката нанимали, тоже долгая история, длинная, тоже тяжело переживала она. Nu, говорили ei că так сыну будет лучше. În 2006, Olga a decis să plece la Moscova la muncă. Aflându-se acolo, ea a început o relație de la distanță cu Vasile. Marina spune că la început tânărul era tandru și respectuos cu sora ei. Было вроде всё хорошо, всё нормально, пока он не пошёл в армию, она его ждала, ехала к нему. Marina mărturisește că Olga și-a dorit mult încă un copil. Faptul că primul ei fecior crește departe de ea și nu o cunoaște a afectat-o mult pe tânără, spune sora ei. Она хотела своих детей, чтобы она сама их растила, сама воспитала. Она два раза теряла, потом забеременела. Очень радовалась. Doar că odată cu prima sarcină au venit și primii pumni, și amintește Marina. Din spusele ei, Vasile ar fi devenit extrem de agresiv. În a 7-a lună de sarcină, după o bătaie cu picioarele, Olga a născut prematur. И когда она в больницу её забрали, опять же, я вызвала скорую, её забрали в больницу. Она так плакала в больнице, что вот он не пришёл, не посмотрел, как на ребёнка. Marina spune că nici cel de-al doilea copil nu l-ar fi schimbat pe Vasile. Ea ar fi încercat de mai multe ori să convingă pe soră să plece de la bărbat. Olga însă îl ierta de fiecare dată. Она думала, что забеременеет, будет иметь, ну, где ребёнка изменится. Мне уже стыдно даже такое сказать, что он её насиловал перед детьми. Она так плакала и жили наши родители, как папа, мама убежал, издевался. Я не понимаю, почему она так же, не то что так же позволяла себе вот такое издевательство над собой. Marina spune că de mai multe ori a încercat să-și ocrotească sora de violența bărbatului, doar că Olga revenea mereu la el. Ei mu postavili toate chip na ruku, na nogu, da, na 90 dnei. Вот только когда сняли этот чип и начали опять встречаться они, и он понял все, что можно опять, себя там почувствовал хозяином и опять. Apelul din noaptea de 1 ianuarie a speriat-o pe Marina. Ea spune că în ultimii ani mereu a trăit cu teama că într-o bună zi cineva o va anunța despre moartea surorii sale. Он ей угрожал тоже, что вот убьет ее, что были такие угрозы. Я так боялась, чтобы не случилось такого второй, ну, в том доме такой же. Когда-то у нас такая трагедия случилась. И она его очень любила. Я не знаю за что. Он так издевался, бежал, и почему она его так любила, прощала. Ce decizie ar fi luat Olga cu o lună înainte de crimă și unde planifica ea să se ascundă pentru totdeauna de iubitul agresiv, aflați acum. А вы знали об этом обо всём? Вот что происходило с Олей? Я там жила в том доме. То есть это всё происходило? Она ему когда, да, прощала, он её когда избивал до того, до потери вообще без сознания она лежала, я вызывала милицию, я писала заявление, она, пока не появились вот дети с ним, она не писала на него заявление, прощала ему. А сколько они прожили так? С 2011 года. То есть, по сути, это 10 уже 10 лет. Лет, вот так вот это хаос происходил. Марин, а правда, что она незадолго до Нового года решила все-таки порвать, да, эти отношения? Да, я хотела, она много раз хотела их порвать, и клялась, что я ему больше не прощу. Что я так. Все ради детей, я все не знаю, как он там просил у нее прощения или как он на нее действовал, что она прощала. Вот... Уехать в Германию. Уехать в Германию? Да, я поговорила с кумой ее, Настей, она в Германии работает. Да, без проблем, конечно, помогу, нужны нам все. Я сделаю ей паспорт, помогу.
за гран. И просто проблема была с детей с кем оставить, как уехать. Она не хотела их оставлять, но такая уже ситуация была, что ну, нужно было уехать. И ну, вот тоже поговорила с соседями, с Катей, с Петей. Доверенность она не хотела сделать, чтобы у них были. А мне непонятно, почему с тобой, допустим, не могли остаться дети? Я сама не расписана с мужем. Снимаем квартиру в Кишиневе, двое детей. Мне, я хотела их забрать к себе, но мне бы не отказали. А по какой причине? Что я не смогу их, куда я четверо детей одна, что я не потяну. То есть сейчас, по сути, они находятся с чужими людьми, а вам сказали, что не потянете, как бы родной тете? Как-то? Да, ну как я буду, если я на съемной квартире? Как я буду их содержать? То есть это было скорее ваше решение или все-таки соцслужба, так сказать? Соцслужба, я хотела их собрать. А теперь давайте послушаем, что нам рассказали в полиции о произошедшем в доме вашей сестры 1 января. În seara de 1 ianuarie 2022, în unitatea de gardă a Inspectoratului de Poliție Călăraș, a parvenit înștiințarea telefonică, precum că într-o localitate din raionul Călăraș, o femeie de 35 de ani a provocat o plagă tăiată concubinului ei de 32 de ani, provocându-i decesul. S-a stabilit că aproximativ la ora 20, femeia de 35 de ani, aflându-se la domiciliul său dintr-o localitate din raionul Călăraș, în rezultatul unui conflict apărut spontan, intenționat i-a aplicat o lovitură cu un cuțit de bucătărie în regiunea pieptului pe partea stângă a concubinului de 32 de ani, în urma căruia ultimul a decedat pe loc. Astfel, în cadrul procesului investigativ s-a constatat că femeia, fiind la domiciliu cu doi dintre copii, le pregătea cina. Când a venit un vecin pentru a le aduce daruri copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă și o sticlă de vin spumant pentru a o servi împreună. Peste un timp, la geam a început să strige victima că femeia să-i permită să intre în casă, ultima refuzând și spunând că va apela poliția. Peste câteva minute, bărbatul a găsit o modalitate de a intra în casă și a început să o agreseze verbal pe femeie. Ulterior, femeia a aplicat cu un cuțit de bucătărie o lovitură în zona pieptului pe partea stângă. Cine este bărbatul care ar fi fost martor al acestor scene? Și în ce relație era acesta cu presupusa ucigașă, aflați acum. Марин, ну тут вот возникает вопрос, кем был этот мужчина, который пришел? Я его не знаю. Вы его не знаете? Никогда не видели? Я знаю его отца, а его не знаю. А его отца откуда знаете? Ну, когда я там жила, его в деревне знаю, он там неподалеку живет. То есть это ваши соседи были? А его вы не совсем соседи, чуть дальше. А его никогда не видела. Вообще никогда не видела. Откуда он сейчас взялся, я не знаю. Оля о нем рассказывала когда-нибудь? Нет? Я только знаю, что он вот в тот день я узнала, что он в гости пришел, детей поздравить. Ничего я о нем не знаю. Марин, а как вы думаете, вот зная Василия, вы его хорошо знали, насколько я понимаю? Да. Этот визит этого мужчину мог его взбесить, заставить ревновать или что-то в этом роде? Он ревнивый был вообще? Вася? Конечно. Он, вот как по ее словам, она, я же получила через адвоката от нее письмо, она там объясняет, что он, с кем ты там, я сейчас, ну, сейчас вас двоих там убью, все такое. Так она пишет, что он через за окном так кричал. Она быстро позвонила 112. То есть ваша сестра что-то написала, Марин? Нет, о том, что ну, произошло. Адвокату, там, да? Да, объяснить ему, вот это как раз она рассказывает. Она не помнит. Она не желала ему. Я никогда не слышала от нее, чтобы она всегда его боялась. Она всегда говорила, он что-то со мной сделает. Я так уже не могу жить, или я что-то с собой сделаю. Но никогда не было. Она не... Она не помнит. Она не помнит нож. Она как это все произошло. Она помнит, что он ее повалил. Она вырвалась, выбежала, закурила сигарету, заходит, и он, говорит, лежит. У нее вот этот момент, вспышка вот этого с памяти, как будто вот стерлась. Я хочу с ней поговорить, мне не дают, я не хочу, мне много непонятно. Eu încă nu am cuvinte. Pe cât de înspăimântător, pe atât îmi pare o situație de comună în Republica Moldova, în special în regiunile rurale. Femei care sau de frica de a rămâne singure, sau de frica de ce o să spună lumea din sat, sau, din, cum zice sora, dintr-o dragoste inexplicabilă, nebună, că zici că e o boală, că e o pasiune nesănătoasă, ele acceptă, ele iartă. Cum spune sora ei, a început să sune la poliție abia în momentul în care au apărut copiii. Deci, instinctul matern a făcut-o să-și facă griji de viața copiilor.
de ea, adică instinctul de autoapărare cumva nu a fost. Și în cazul ăsta, în cazul în care te ajunge cuțitul la os, în sens figurat, pui tu mâna pe cuțit. Dacă e legitimă apărare sau nu, nu știu, dar după atâtea situații care s-au întâmplat între cei doi, după mine e cumva evident că e legitimă apărare. În momentul în care ești agresat, trebuie să te aperi. Dacă ești o femeie slabă și nu ai cum altfel, pui mâna pe prima ce ți nimerește la îndemână. Și asta poate fi un cuțit. Скорее всего, в данной ситуации мы имеем дело с стокгольмским синдромом, где жертва привыкает к агрессору и начинает и ухаживает за ним, не хочет с ним расстаться, проживают вместе. Но, видимо, был вот этот момент, когда ваша сестра как-то что-то ее толкнуло вот на этот шаг. То есть мне, например, пока непонятно, что, о чем мы можем говорить конкретно, да, то есть что послужило посылом для того, чтобы она взяла этот нож и воткнула в него. Но у меня есть еще один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, а этот дом, где они проживали, кому принадлежит? Ну, мы как наследники отца, нам, мне и сестре. Это не совместный их дом? Нет, вы что, это наших родителей. Он там никто был, он там такой... А он был прописан в доме? Нет. Вот я не понимаю, почему ему прощали заявление. Вот еще один момент. То есть, если она являлась собственником, ваша сестра являлась собственником, она имела полное право не открывать дверь, не подпускать его в дом. То есть, то, что он проник, это уже преступление, да? Это уже преступление. То, что он проник незаконно во владение, он данным деянием совершил уже преступление, предусмотрено 179 статьей. То есть, насколько это он может, насколько можно оправдать его действия, мне пока тоже непонятно. Но то, что он перед тем, как был вот этот, скажем, пока инцидент, да, он уже совершил преступление, потому что незаконно проник в дом, который является чужой собственностью. Это заперто снутри было, а он уже сколько раз он вот эти ручки вырывал и замок, уже не было замка, там уже не было на чем держаться эти двери. Уже сосед сделал снутри, и он не мог открыть, и вот уже через окно. То есть он каждый раз, по сути, вламывался туда? Постоянно, даже через чердак заходил, когда было закрыто. Ему все равно было. Он, ну, когда он трезвый, он другой человек был, я знаю, я не хочу ничего плохого сказать о нем. Но когда он был пьян, он неадекватен был. А пил он, наверное, беспроводно? Очень часто. И пропадал месяцами, и не приходил к ней. Потом приходил, как ни в чем не бывало. Как хозяин, и давай ей... И опять вламывался? Да, вламывался, с кем вламывался. Ты там, шо ты там, где ты ходила, и давай ей всякие гадости, такая-сякая. Я хочу, я пришел к детям, я этот, я тебя не оставлю. И вообще всякие гадости приходил, вот вламывался и избивал ее. Вы знаете, мы можем рассматривать любую ситуацию, например, с точки зрения закона, с точки зрения своего личного определенного опыта. Но я приведу сейчас абсолютно, скажем так, отдельный пример и хочу донести, наверное, до каждого человека, что в любом случае каждый решает и выбирает сам ту ситуацию, в которой он оказывается, даже если кажется, что это абсолютно случайно. У нас есть некоторые подсознательные моменты, и мы интуитивно выбираем ту стратегию, которая нам заложена. И вот даже то, что вы рассказали про ваших родителей, вы же понимаете, что она всю жизнь жила с этой стратегией, она внутри нее. И у нее нет другого выхода, она не научена другому выходу. У нее внутренне это способ выжить, единственный способ выжить. У нее в стратегии. Она не видит других вариантов в принципе. Тут очень сложно в данный момент что-то сказать, но и решить, кто из них прав, кто виноват. На самом деле, вы понимаете прекрасно, что оба виноваты. И единственное, что мы здесь можем предпринять, это что мы можем сделать, чтобы другие люди не попадали точно в такие же ситуации. У меня от истории сердце просто разрывается. У меня... Пульс повысился. Это, конечно, ужасно. Жертва, она не может жить без агрессора. Да? И в каждой жертве есть агрессор. И, насколько я понимаю, Василий, когда был трезвый, он был нормальный, да, с ваших слов. Да.
И здесь что видит психика человека? С одной стороны, она видит, возможно, заботливого мужчину, отца своих детей. А с другой стороны, она видит того насильника, который ее насилует, избивает, доставляет боль. Без этой боли она не может. Да? Здесь жертва наша, она находится, с одной стороны, в идентификации со своей мамой. Да? Я такая же, как и моя мама. Папа, насколько я понимаю, бил. Я могу предположить, что он также пил. Да? И дети, они росли в семье зависимых и созависимых. Мама была созависимая, папа был зависимый. Да? И, конечно же, они могли перенять сценарий поведения родительский. И как один из выходов решения вопроса, что дети могли видеть, да, это убийство, избавление. У нее в психике записан этот сценарий, как она может выйти из ситуации. То есть, возможно, она решила начать новую жизнь. Была у нее возможность, но она не захотела. Она все равно начинала, и все равно она возвращалась потом к Васе. У нее вот такие синяки. И сюда. И говорю, что это такое? Говорит, это Вася бил. Он ее схватил сзади, она упала на землю. У нее кровь носом текла, никак не могли остановить. А тут почему экзист полиции? Кстати, маму отдать, что сына сам агрессор. Папа убил маму на глазах у двоих дочерей. Вся ванна вся в крови. Chiar în prima zi a anului nou, prin satul Hârjauca din Călăraș, s-a răspândit o veste groaznică. O săteancă de 34 de ani, mama, doi copii și-a ucis fostul iubit. Băiala și în abăr o slăciță și mi-a săpșat că on, Vasea, ubil Olea. E tot anam ne găvărit că Olea, Vasea. În locuința în care s-a întâmplat totul se afla un vecin de-al femeii, dar și doi copii, de 5 și de 3 ani. Astăzi, ei au rămas orfani de tată, iar mama le scrie scrisori de după gratii. Vașii sestre, Ole, насколько я знаю, двое детей маленьких, 3 и 5 лет. Они с кем остались? Соседями, с бабушкой и дедушкой, названными бабушкой и дедушкой. Но они не на его фамилии, она их росла сама. Они записаны на нее, она как мать-одиночка. Она всегда его боялась, она всегда говорила, он что-то со мной сделает, я так уже не могу жить. А это правда, что в том же доме произошла другая трагедия ранее? Я не знаю, или дом проклят, или наша семья, или что, или, не знаю. Папа, маму тоже вот ножом в сердце. În momentul în care ești agresat, trebuie să te aperi. Dacă ești o femeie slabă și nu ai cum altfel, pui mâna pe prima ce îți nimerește la îndemână. Și asta poate fi un cuțit. Она не помнит, она не помнит нож, она как это все произошло. Она помнит, что он ее повалил. Она вырвалась, выбежала, закурила сигарету, заходит, и он, говорит, лежит. De la ce ar fi pornit conflictul între cei doi foști iubiți? Ce ar fi făcut-o pe Olga să-l înjunghieze pe bărbat? Și ce adevăruri va scoate la iveală testarea la poligraf a singurului martor matur? Aflați în această seară. În această seară discutăm despre tragedia care a avut loc în satul Hârjauca, raionul Călăraș. Olga Iașin, de 34 de ani, mama a doi copii, și-ar fi înjunghiat mortal concubinul. Totul s-ar fi întâmplat în ochii celor doi copii ai cuplului de 5 și de 3 anișori. Martor al scenei sângeroase a fost și un matur, un vecin al familiei care era în vizită în curând în acest platou, îi vom auzi mărturiile. Iar acum le invit aici pe Ecaterina Vartic și Valentina Cernomaz, două vecini apropiate a femeii arestate pentru omor. Doar că ele sunt de părere că în acest conflict Olga ar fi de fapt victimă. Haideți să le întâmpinăm. Добрый вечер. Ну, расскажите нам, почему вы считаете, что Оля в этой истории скорее жертва, чем агрессор? Я живу уже 20 лет, соседка возле них. И с каких пор они начали встречаться, потом они жили, ребенок пошел. То есть это было все на ваших глазах? Все ну, почти на моих глазах, но она прибегала ко мне. И показывала мне синяки, которые он избивал ее. И когда он ее избивал, она убежала, убегала ко мне тоже и ночевала.
Он оставался один в доме или куда-то уходил. И вот так было. И не раз. Валентина, а вы что можете рассказать? Вы тоже считаете ее жертвой? Да. Она приходила ко мне часто, потому что она брала молоко. У нее вот такие синяки. И сюда, и сюда. И говорю, что это такое? Говорит, это Вася бил. Он так ее бил. Я один раз видела, когда была грязь на улице, и они там тоже началось что-то ругаться, и она начала убежать ко мне. Но он ее схватил сзади, она упала на землю, повалил ее. И потом она как-то вырвалась и быстро ко мне прибежала. Вот это я видела. Потом видела, сколько она синяя. Потом у нее, последний раз, когда он ее бил, перед этим случаем, у нее утром я прихожу, говорю, что она звонит, Катя, приди, я не могу кровь остановить. У нее кровь носом текла, текла, никак не могли остановить. Потом на следующий день опять иду, опять вся ванна, вся в крови. Говорю, то есть он буквально он каждый день, ежедневно избивал? Не ежедневно он. Но он приходил, жил с ней. Потом отобьет ее, это самое, побьет ее, уйдет. Потом опять нету его времени, приходит, извинения просит, потому что дети там маленькие, нужно помочь, это самое, дрова привезти, то одно, то другое. Пару дней нормально. Потом опять у него начинается такое. Опять она приходит, и опять синяя, и под глазами она закрашивает, но как-то не закрашивает, синяки все равно видно. Давайте послушаем, что вы нам рассказали еще об этом. Внимание на экран. Синяки на лице, на спине, на почках. Она одно время не выходила на улицу. Она старалась убегать, но если закрыто, не получалось, и сбивал. Ногами, ногами, руками он бил ее. Она только, когда он бил, она убегала быстро ко мне. Убегала ко мне, и у меня с детьми находилась. Хотел ее, это самое, она говорит, твои дети еще не спят, успокойся. Нет, я хочу жены, я хочу жены. И она говорит, что срывал с нее одежду. Сколько он избивал ее, вот она входила в полицию, но она не хотела, чтобы он сел, потому что говорит, что он помогал мне. И говорит, кто мне будет помогать? Двое детей маленькие. Я не понимаю, вот вы рассказываете нам это, а вы вызывали полицию? Вот видя ее в таком понимаете, состоянии. Мы сами не вызывали. Она звонила и с моего телефона, и с мужа телефона. Мы вызывали. Ходили даже к участковому. Писала и я заявление вместе с ней, и участковый меня допрашивал, как это, что случилось. И не раз, много раз я ходила, писала. Так и что делали? Штрафовали его. Штрафы только все. Штрафы только все. Единственный раз вот этот чип ему поставили, который на 3 месяца. Да. Что он чтобы он не подходил близко к дому, да, что он не подходил ближе. Но он все равно ей звонил, говорил, что он хочет детей увидеть, там что-то передать детям. Она ему говорила, что оставь в магазине это самое, и я пойду и возьму с детей садика, как раз с детьми и увидишься. Вот так. Но он не подходил. Но бывало, что там на работу идет, и там у нас же село, и проходит рядом, а там уже звонят. Она говорит, так и так, и он рядом, она говорит, не, я не вижу его. А он на работу куда-то шел. Да, сигнал уже 200 метров. Сигнал срабатывал, и звонили. Нельзя было. А вот сам вечер трагедии, вы что-то видели? Нет, сам вечер трагедии я ничего не видела. Она мне позвонила уже, когда приехала скорая и полиция, чтобы я пришла, детей забрала. А вот. Вы живете прям вот... Ну, у нас 2 метра дома от дома. И ничего не было слышно, никаких криков. У нее с этой стороны окна, а у меня туда. И через, получается, через комнаты 2 вот так. И не слышно ко мне туда. То есть даже если бы кто-то кричал или что-то нет, произошло, нет, не слышно. Это только нужно было мне на улицу выйти, чтобы я услышала крики, а так нет. Колеги мои, я дискутат на телефон с адвокатом де стата Ольгой. Я тебе не спус Владислав Жиан про абузурли комиссии де конкубинул тинери. Atenție. Despre faptul că Olga a fost expusă sistematic și permanent violenței în familie, vorbesc hotărârile judecătorești pronunțate
cazurile respective. Practic, situația dată a început din anul 2017, luna decembrie, a fost pentru prima dată atras la răspundere Ambrosie Vasile pentru încălcarea ordinului de restricție de urgență. În total, au fost înregistrate 4 cazuri de încălcare a măsurilor aplicate, dintre care 3 cazuri dumnealui a fost pedepsit. Apărarea va încerca să demonstreze că fapta incriminată Olgăi a fost săvârșită ca urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin familial și personal, în rezultatul aplicării de către fostul concubin sistematice și permanente a violenței față de ea, totodată, chiar în ziua când a avut loc cazul, de câteva ori fostul concubin a agresat-o, a venit la ea la domiciliu, dumneavoastră permanent se afla într-o frică, stătea cu poarta încuiată, cu ușa încuiată, însă cu toate acestea, el sărea peste gard, intra fără acordul ei în gospodărie, bătea prin ferestre, inclusiv și noaptea, și respectiv situația dată de frică, de stres, clar că au avut niște consecințe. În urma faptului dat, apărarea totuși va încerca să demonstreze că Olga s-a aflat într-o stare de apărare. Referitor la apelurile numeroase pe care le-a făcut Olga înainte de atac, ele ar putea cumva influența ancheta și se va încerca să demonstreze că Olga a cerut ajutor de la oamenii legii? Păi sigur că va influența într-o oarecare măsură, deoarece ele vor demonstra că Olga a făcut tot posibil pentru a se apăra atât pe ea, cât și pe copiii minori care erau împreună cu ea în domiciliu, și respectiv a întreprins măsurile de rigoare de apelare numărul de urgență 112. Dacă ați atras atenția, avocatul de stat al Olgăi a spus despre existența mai multe hotărâri prin care agresorul a fost izolat pe un termen de 90 de zile și el încălca. Iată, aici este lacuna cea mai mare, că codul penal nu prevede sancțiuni mai dure pentru încălcarea măsurilor respective. Că dacă el era izolat de societate în penitenciar de mult, pe un termen mai mare, el rămânea în viață, și Olga nu ajungea acum să fie ea în penitenciar și copiii nu rămâneau fără părinți. Dar noi dacă să vorbim că poliția nu trebuie de fiecare dată să se implice, atunci pentru ce mai există poliție? Că să-i chemăm odată și să-i lăsăm pe agresori, dar faceți ce vreți, noi nu ne trebuie, că v-am chemat odată, nu vă mai deranjăm a doua oară. Deci problema nu este doar în faptul câte ori chemăm poliția. Problema este între aceea că legislația un pic e permisivă și nu există sancțiuni mai dure. Cu atât mai mult, fenomenul violenței în familie în Republica Moldova este unul frecvent și unul cu consecințe foarte grave. Tot mai des, femeile deja nu mai suportă ceea ce petrece în familie și ele sunt neputincioase, pentru că el vine acasă, el respectiv are putere mai multă, da? E toată ziua cu copiii. În mare majoritate acasă. În mare majoritate, da, pentru că asta e situația. Și ele se simt neapărate și recurg la gestul ăsta, nu de tachetare au vrut să-l omoare pe dânsul. Din disperare sau din autoapărare sau din cauza că toată presiunea asta psihologică acumulată de ani de zile a explodat într-o zi. Și a adus, iată la ce a adus. Dar dacă la noi un pic legislatorul ar modifica și ar proteja noțiunea asta, la noi se face acum o noțiune de familie în formă perversă, mă scuzați de expresie, dar asta este. Se tolerează violența, nu se pedepsește dur. Dacă agresorul a fost odată preîntâmpinat și statul i-a acordat încredere lui și l-a izolat de familie, dar el încalcă interdicția, la pușcării, de ce mi-ai de voie să locuiască cu ea? Ea poate, în primul rând, femeile în mediul rural nu cunosc legea. Financiar nu dispun de posibilitatea. Și nu doar în mediul rural, trebuie să recunoaștem. Și nu doar în mediul rural, dar vorbim de cazuri frecvente, doar în mediul practic, mai des se întâmplă în mediul rural. Nu au bani de un avocat și asta tot e o problemă, că nu știu că există avocat de stat, apropo, deci trebuie să știe toată lumea și mă adresez celor care privesc emisiunea. Dacă nu aveți bani de un avocat privat, da, să zicem așa, adresați-vă că este asistență garantată de stat, unde avocatul se acordă gratis persoanelor care nu dispun de surse financiare. Așa cum este și avocatul Olga în cazul da, dar cu părere de rău, avocatul Olga a intervenit când deja s-a produs o tragedie. Dar avocatul poate asista și preîntâmpina aceste tragedii prin efectuarea tuturor demersurilor, plângerilor, ca persoana să fie izolată de societate și de familie, pentru care reprezintă pericol. Можно знать любые законы и свои права.
права, и все абсолютно. Но если ты рос с детства в семье, где папа лупил маму, и та бежала от него по всему дому, где папа убил маму на глазах у двоих дочерей, он показал изначально, мне аж плакать хочется, неправильный пример мужского начала в семье. Эти девочки выросли просто с абсолютным непониманием, что должен мужчина в семье делать, конечно, что должен мужчина для женщины делать. Поэтому согласна, но решает этот вопрос не полиция. Они выбрали себе неправильного мужчину. И это точно не первый неправильный. Как рассказывала сестра, первый мужчина, с которым у нее был ребенок, она оставила ребенка, потому что там вся семья обратилась против нее. А он должен был быть мужиком и защитить своего ребенка и свою женщину, даже если ей 18 лет. Вот она выросла так, вот она выбрала себе такого же мужчину, потому что она видела, что мама-то так живет, значит, так нормально. Так, а как значит, она может изменить это? А, она не видела правильного примера. Из этого у нее изначально в мозгу химически неправильно построено все. Вот она выросла, вот она нашла этого мужчину, вот она терпела. И даже если бы полиция вмешалась бы по-другому. То есть полиция, наверное, уже увидела звонок от нее, но там они все время бьются, а потом она принимает его обратно и прощает. И что думает полиция? Мы идем каждый раз, спасаем ее, а потом она принимает ее дома, они живут тихо, спокойно до следующей драки. А тут получается... Но в то же время вернемся к вышесказанному Даринам. А зачем нам тогда полиция? Нет, полиция не выбирает, защищать. Так, что... Ну вот мы устали шестой раз приезжать в этот дом. Ну, это, конечно, мне кажется, что полиция должна и в 11-й, и в 27-й приезжать. И в 27-й раз, но... На это она и полиция. Но в этом случае дело в том, что даже если бы полиция приехала еще раз, она бы его все прощала, прощала и прощала. Вот она собиралась в Германию, он встал бы на колени. Пожалуйста, не уезжай, я поменяюсь, я закодируюсь. И она скажет, бросая Германию, остаюсь мой Васенька самый милый. Нет, она не хотела уже больше с ним. Она хотела разрывать того и уезжала в Германию. Она каждый раз не хотела. И каждый раз потом опять хотела. Да, самое страшное. Но сейчас она уже хотела уехать в Германию, и чтобы с ним разорвать все. То есть самое подальше страшное, от него и подальше самым, от него, да. Подальше самое от него, страшное чтобы в этой быстро... истории не то, что сейчас Васи нет, потому что он, ну скажем так, как есть, заслужил свою участь. Страшно то, что она сейчас за решеткой. Страшно то, что двое детей увидели, как повторяется та же история, которую видела ее мама. Они изначально сейчас в 3 и в 5 лет, они уже неправильно будут выбирать себе партнера в жизни. И неправильно жить свое счастье, и искать свое счастье. Потому что мама сделала то же самое, что сделал ее отец когда-то с мамой. Она уничтожила в них вот эту вот крупинку. Тина, а что вы знаете об отношениях Ольги с родней Василия? То есть у него же были, наверное, родители. Да. Ну да, у него родители, был отец его и мать, но отец умер. С отцом она очень на хороших отношениях была, она уважали друг друга, любили так, как отца она любила. С матерью она так себе, не очень. Я почему спрашиваю? Оказалось, она редко приходила к ним трех туда. И пяти лет. У них же есть еще другие родственники. Как же так получилось? Вот. Ну вот Марина говорит, что она ей как бы соцслужбы не отдали этих детей из-за проблем с жильем. Да, она на своей квартире. А почему можно детей не отдали роднее? Потому что по документам они чужие. Они считаются по документам чужие. Они, то ли Вася ж по документам не отец. Он, когда родились дети, он не дал свою фамилию. Он даже не пошел делать документы. А я бы не допустила, я бы добивалась, я бы не допустила, чтобы дети были с его родными. Она осталась, дети на ее фамилии. Потому что они чужие им. Детям это травма, для детей будет. Хорошо, они то, что, им, как то, что родные, записано бабушка, иногда в документах, дедушка. Остается в документах. Да? А вот у нас родные есть жизнь, люди. Есть жизнь и есть какие-то отношения. Да? То есть все знали, что дети от Васи. Мне интересно, бабушки, они дедушки бы не с той любили, стороны. Они не любили бы их. Они... Вы или им просто не позволили? Она, может, один или два раза была всего у них, хотя рядом деревня. В соседнем селе. Бабушка. Да. Но она не приходила часто, так редко, когда потому что они практически были в ссоре, и она не могла, она тоже не знала, на чьей стороне быть. Она знала, что вот, она знала, какой. Он говорил, ну что я сделаю, ну пусть она его не прощает, ну что я могу. Он обижал маму тоже, свою отца, он тоже... Мои коллеги навестили мать погибшего Василия, ее зовут Анна Амбросий, да. И поговорили с ней обо всем произошедшем. Давайте послушаем, что она нам сказала. Приехала ли воскос масса шейлингов у меня, к вам. Мама на гробаты у вас была.
Și acasă la Șilou a ajuns și dragostea, iubov de grobă. Nu te du, mai găsi și avactați-o, tăie tot masă și eu văzut. Și eu și-au făcut masă, au făcut și tațu, o tăie tot masă și-au văzut și amu coptiește, tot așa au văzut. E singur și pe nunta. Și tu ce? Al fășeam tăt feliuț cât un anic în casa și ea, el ți-i duc sumși și mâncare, dacă nu-i da bani. E că dacă avea bani, pe el ține acolo. Terminau banii, vine la mine. Și pe dânsul ăla o cărăuș, nu știu să strească, nu e, dar el acolo s-a stricat cu drujeaua. Toată mahala și este niște alcoolici, chiar vă spun drept. Nepoții mi-au adus mie milița. Și deu la mine, în casă. Dar eu, e așa dezbânțuit că eu patru am avut, dar de ăștia n-am avut prezidență. Zic, tare rei, ei nu au avut ospitane la măsănic. El ne-a beie și beie. Și ea că el era, dar la mine te-a scoptii, sunt buni, eu n-am și zice. Lasă-o să răspundă înaintea Domnului și înaintea astea zaconului și-a făcut de copilul meu râs. Любая мать за своим сыном будет защищаться. А то, что она говорила про Олю, что она пила, и что, по сути, Василий там научился пить, и что вся могла... Он приходил туда, пару дней будет, ну, сам больше он неделю выдерживал. Потом ему надоедали дети, он устал работать, он устал деньги приносить. Ну, в селе много не заработаешь, там 100-200 лей в день. А это что 100-200 лей? Ты детей двоих не прокормишь, не обуешь, не оденешь. Ну вот мать Василия говорит, что наоборот, то есть Оля его принимала только тогда, когда нет, у него были деньги, а как только деньги нет, заканчивались... Они одно время жили только на пособие детей. Я извиняюсь. Он не работал. Она покупала ему сигареты, покупала ему это самое кушать. Он захотел селедочку, селедочку. Он захотел макароны. Макароны, Олечка. Как, я извиняюсь. Он жил, еще бабушка наша была жива. Мы еще после родителей с бабушкой долгое время жили. Спасала нас бабушка, бабушкина да. Пенсия и социальная помощь, там, копейки. Вот он тоже прижил много на бабушкиной пенсии и вот на этой социальной помощи. Когда было, он что, работал в лесу? Да, он помогал дровами. Вот, вот этим он зарабатывал, что работал, дрова привозил. Где-то даже если он продаст дрова, покрывал какой-то там долг, или всегда он оплачивал штрафы. Всегда у него чуть что штрафы за вот это все давай. Не только от меня или от сестры были заявления, а других были, что он там где-то что-то начудит. У него вот эти... Он работал у кого-то за даром, потому что ему он одалживал деньги и платил штрафы. Извините, я пропустила. А вообще за счет кого и за счет чего они жили? Оля не работала. До трех лет, пока не исполнилось маленькому ребенку, она получала социальную помощь, еще пособие, да. А потом следующее пособие, правильно я понимаю? Нет, все, она осталась 1 сентября до вот этого, она осталась. Когда я могла помогала ей, где она зарабатывала вот по людям. Или там ремонт что-то сделать. И... Но он приходил, помогал ей деньгами. Вы знаете, если он раз в месяц приносил 200 лей, а потом говорил, верни мне мое бабло. Это что касается денег, а что касается выпивки? Это ну правда, как? Что Ольга постоянно нет, выпила? Не постоянно, там или по праздникам, или там, может, какие-то выходные не пила. Он, как, смотрите, как всегда мать у нее Василия ухоженные говорит, дети. Что она постоянно выпивала. Нет, он всегда это везде говорил. Он говорил всегда, может, что быть, я Марина не... далеко жила, а вы там... Нет, я там жила всегда с ней. Я два года мать как Василия переехала. Мать приходила там... раз в пятилетку и тоже сидела с ней за столом. Вот на праздник она пришла, тоже с ними засидела за столом. Она не приходила день в день. Она большой то есть праздник. Это... Конечно, наговаривает. Можно я скажу? И Вася тоже, ну, не всегда пил. Говоря, Вася у тоже Ольги было нормально. Были проблемы с алкоголем? Нет, вы этого не... у нее нету. Валентина. Вы видели Олю пьяной? Нет, не видела. Она приходила ко мне 3 года, брала молоко. За деньги, не так. И она приходила все время трезвая, честное слово, вот я вам точно скажу. Ну, может, к вечеру туда, может, на праздники она, я ее не видела, пила или не пила. Но тогда, когда она приходила, она брала молоко детям, варила кашу, и никогда я ее видела только побитую. А так... Можно я скажу? Да, он всегда оговаривал ее, всегда в милиции говорил, я ее не трогал, я ничего ей не делал, она сама. Она сама вот упала, это побилась, вот так. Он никогда не признавал свою вину. Хотя это у меня на глазах было, я переживала это. С детства какой у нас стресс остался от родителей, я видела, как он ее избивает до смерти. Я через окно выбежала, бежала к соседям за помощью.
Я тоже жила с детьми там, все в одном доме. Они мне жить там не давали с этими ихными постоянно ссорами. И я закрывалась у себя, она убегала ко мне в комнату. Мы закрывались, он вырывал и в моей комнате, пугал и моих детей. Это невозможно было так жить. Я уже ушла с того дома, я то у них все попросилась, у них Марина, жила. Марина, извините, что я настаиваю, но вы читали ее письмо, переданное через адвоката. В тот день она была... Она пишет, что он пришел с бутылкой шампанской, что они выпили шампанское с этим. Петру, когда вот и она делала... Ну, пришло время послушать Петра. Волга спать с фильчти с копей шптинди оно. А он на вас не набросился? Цапанди батераш. Де кыте орь Олга сунатла уну уну дой? Ждите, ждите помощь, сейчас приедут. Кум сын куражез о фемей, дак я веди кын ну ари чини су ажути? Я лопу кади умар шу звырли пидиван ши сари писти дынса. Вот, ам вазут куцету ундоятым мына ладынса. Уну инчимитир, dar unul riscă să ducă în pușcărie pe vreo 20 de ani. V-ați dorit să treceți starea la detectorul de minciuni? Chipurile, eu am venit la Olga, că eu am relația, am avut cu dânsa. Eu sper că o să răspundă și trebuie să răspundă. Ați venit în vizită la Olga ca să o curtați?